У GetX появилась новая краш-игра. 1000 рублей каждый час. 100 рублей за репост. 50% к депозиту. Забирай на GetX. Здравствуйте. Поехали. У нас сегодня две посылки и одна письмо, одна почта. Посылка от Валерии Алексеевны из города Санкт-Петербург. Понятно. Итак, есть, короче, одна посылка 200 грамм, другая посылка 500 грамм и письмо. Решайте сами, где заложена бомба. Блядь, какой-то пакет просто. Бля, не дай бог, сука, это мусор. У меня сгорит жопа. Блядь, какой-то ебаный просто пакет. Могила, ты неудачный засохший выстрел по пиче, оставшийся носком на старом ковре. Иди нахуй. Итак. Просто какой-то пакет. Не, новичку. Вопрос скорее к модерам. Привет. Чем тебе МБ отключить фильтровку чата только для верифицированных пользователей? Это пиздец просто. У меня нет слов, блядь. Поздравь, пожалуйста, ту самую Baby Girl 298, Настю, с днем рождения, с музыкой ПЖ. Пиздец. Тут за 3 доллара запретка я его скипну, спасибо. Итак, туалетная бумага. Идем дальше. Ароматизированный чай черный для сна. И все адидасах. Окей, оно почему-то... Короче, я не знаю почему, но оно само все сделало. Ладно. 16. Не знаю, что это значит, но окей. Привет, Мазик. Ты очень милый, и приятного тебе аппетита. Точка, передай Варе, что она свинья, заебала пиздить у меня еду. Точка, спасибо. Согласен, Варя, ты свинья, а Ульяна обезьяна. Реально. Да, смотри, тут еще один чай, на котором написано но-но-но. Дольче Альберо, я не знаю, что такое, звучит как какие-то духи уебанские. Не суть. Еще один чай, опять Дольче Альберо. Называется 26. Бля, я не знаю, что это, но... Окей. Благодарю. Сказано, сделано. Спасибо, Т-мейкер ебет Мази... А, иди нахуй. Ребята, прямо перед вами живая реклама. Используйте, пожалуйста, данные штуки. Блять, а что за... Кумас, Ку самый лучший чатик. Привет. Предлагаю мув с банкой спускать туда сперму на протяжении недели, а потом разыграть. Блять, иди нахуй. Куда мне в эту... Мне в медведя, блять, спускать сперму? Вообще, что ли, ебанулись? Лягушка. Я, блядь, я не знаю, просто... Просто лягушка, блядь. С дырявым ртом. Фу, блядь, что так воняет. Ну, будь мне лет 8, я бы туда хуй засунул. Лягушка. И последний подарок. Я что-то вообще не понял. Это точно мне должно было быть? И все! Тут даже письма нет! Блять, что нахуй? Ладно. Раз, два, три! Ой, блядь, если по пальцу... Ай, блядь, если по пальцу, во-первых, уебал больно. Во-вторых... Ау. Надень презик на голову. А я не знаю, можно ли на Твиче вообще такое делать? Я не уверен, блядь, мне кажется, что нет. Я бы его надул просто, я хочу его надуть. Он причем какой-то фирмы, блядь, Виталис, нахуй. Че это за хуй? Дукалис, блядь, че это за фирма вообще? Блядь, он противного цвета красного. Фу, блядь. Блядь, фу, он весь противный в жиже, блядь. Блядь! Малышка, тебе не надо снимать трусики. Просто сдвинь их в сторону. Если хочешь двигаться, иди двигайся вверх-вниз, вверх-вниз. Долбоёб. Так. Показывал лайфхак. Если не хочешь докасаться... Бензик получил сотку, а остальные лохи 14, если не хочешь докасаться руками... 14, 14, 14, 14. Если не хочешь докасаться губами до презерватива, дуй через руки. Да блять.
Блять, да хватит! Сейчас. Да это не запись, блять! Ты же умер! Блять, иди нахуй! Заебали уже, блять! Сам ты умер, нахуй! Надоели, блять, ну серьезно! Затрахали. Блять, что за звук, нахуй? Пиздец, топ-10 страшных криков из подворотни. В пизду, короче, нахуй. Я из города Ковров, кстати. Я в тильте ББ. О, привет, Туточка. Переотправь, пожалуйста, после 9 сентября. Нахуй, я не буду. А, пахнет латексом. Я как будто трогал, блядь, потных. Короче, в пизду, ладно, я не хочу. Блядь. Хорошо, что всегда салфетки удобно у кровати стоят. Бадабум полный, блядь. Неважно. Бля, чего у меня на какую-то хуйню байте ебанутую, бля? Я не хочу такой хуйней заниматься. Я говорю, я сегодня спокойный, потому что я уже мыслями в Турции, я уже там, блядь. Меня здесь нет уже. Итак, идем дальше. Деменкова Анастасия Николаевна из города Рязань. Город Рязань, знаю, я там был, хороший город. Ножниц, как всегда, нету, поэтому будем по старинке. Бля, честно, меня уже заебал, кстати, этот мем с тем, что я умер. Реально надоел, потому что многие люди, они такие... Ну, я видел, блядь, комменты в ТикТоке, типа, бля, жалко. Я реально, типа, смотрел на резки, жалко. Некоторые люди реально думают, что я сдох, блядь. Из-за долбоебов. Ну, реально заебали. Хватит, блядь. Но некоторые люди реально думают, что я умер. Это нихуя не прикольно. Ах, блядь. Боже, в какой хуйне мне отправили посылку, блядь. Это вообще какие-то, блядь, ботинки для детей, нахуй. Бля, прикиньте, я на самом деле умер, я в коме, мне просто все это видится. Было бы не круто, я бы не хотел. Ну, было бы так себе, конечно, но по ощущениям просто, было бы странно. Вообще умереть, наверное, в принципе, странно. Так. Дорога, мазелов. Привет. Чуть не пожалеть сюда. Мне подруга сделала с тобой сережки. Охуеть. Сейчас, давай, сейчас. Я почти открыл коробку. Давай. Сережки со мной? Прям со мной? Или... Да, блядь, ну заебал, я тебе... Зачем вы их так заворачиваете в скотч, блядь? Для чего, нахуй? Ну что, блядь, что там такого классного? Один шар дует, другой педики. Что да, дальше? Да, да. Заверти обои, дверь. Я, блядь, вы сами сказали, надуй, я и надул, блядь. Я, это... Короче, я на поводу у подписчиков иду. Блять, ну... А! Горячо, блять. Заебались со своим скотчем, серьезно, блять. Там очень много всяких приколов, и мы сейчас их посмотрим. Начнем сначала. Фантола. Фантола Блумалина. Это шоколад. Ку. Спасибо за рейд. Привет, а от кого рейд? А, Дрейка, спасибо большое. Спасибо, Дрейк, за рейд. Я всегда говорил, что эта кружка самая моя любимая. Всегда так говорил. Всегда говорил, что эта кружка самая моя любимая. Всегда. Всегда так говорил. Спасибо. Покойся с миром. Спасибо, солнце. Спасибо. Итак. Что? Тату-наклейки для губ? Приложите к губам, обрежьте лишнее по бокам, по пунктирным линиям. Хуя себе. Ксёш! Принеси, пожалуйста, ножницы! Спасибо, солнце! Так. А, подожди, она, наверное, мусор пошла выносить. Не спрашивайте, почему она выносит мусор. Итак. А каким... Так, подожди. Не могу посмотреть, откуда, блядь, у меня... Как губы прислонять? Подожди. Ну, не обязательно. Можешь ножницы в меня кинуть? Прям в меня, да, кидай. Ебать, нихуя. Спасибо, Ксюш. Итак. Так тебе же нож, выпал им и воспользуйся. А так кто-нибудь подарите ему нож или ножницы? Мне уже дарили ножницы, они сломались. Так, подожди, а как это?
Ага. И что? Shape your lips with your mouth wide open to the ah shape. А. Блять, а как это? А как это? В смысле, водой, блядь. Пленку сними. Я снял, вот. И что? Блядь, что у нас с ебалом? Че за еблан сзади сидит? Очень смешно, блядь. А как это? Подожди. А, наверное, еще одна пленка. Да нет, нихуя. Подожди. Shape your lips with your mouth wide open to the ah shape. Next, measure your lip length and cut on the dot vertical lines. Что? Блять, я нихуя не понимаю. Мазила, пожалуйста, оплати сервер Майнкрафта. Я не могу жить без кубов на Бомбакрафте. Хай-хай-хай. Сейчас. Ну вот, она же должна открываться, отливаться. Ку, Мазика, это мой первый донат в жизни. Ебануться, передай привет Уле и сыну Дани. Удачного стрима, меньше чем... Спасибо, Ули, сыну Дани, привет. Водой? Да как водой? В смысле водой? А, то есть я должен намочить эту хуйню? Или как? Губа это наклейка. Подожди, водой мне что намочить надо? Что мне надо намочить? Ты клеишь на губы? Подожди, я вот так должен клеить? Или вот так? Вот так? Или вот так? Бумагу водой. Лепишь на губы. Что? Губы к губам. Вот так? А, он. Waterline and cut on the horizontal dashed line. Я вообще ничего не понимаю, блядь. Вот так. Лепишь на губы рисунком? Цветной губам? Мне цветной прям въебало? А потом что? А, мне надо ее намочить и картинкой к губам? Ну-ка, сейчас, подождите секунду. Даже интересно стало, блядь. Так, ну вот я ее намочил. И вот так, да? И что? И что, блядь? Так... What? Ай, блядь! Сука! Жди, а чё ждать-то, блядь? Ну? Палец, блядь. Да все! Блядь, ну мне не получается! Как тату сильнее намочи? Блядь, нет. Это плохая идея, так я не буду. Я выкину в пизду, блядь. Не! Так мне не надо, блядь. В пизду, я не понял ничего. Я не понял, как это делать, блядь. Ну это сложно, блядь. Я прикрепил, нихуя не работает, блядь. Я сделал, не получилось нихуя, блядь. Я расстроен, блин. Откуда Дрейк знает? Хули он мне советует? Он-то откуда сделает? Откуда знает? Смотри.
Аниме-девочка. Красивая. Красивая. Еще какая-то штука. Че такое? На очко себе приклей, долбай. Иди нахуй! А это для чего? Это чтобы спать? Привет, Мас. Попробуй зафристайлить под аутро Лунтика, если не ссыкла. Отстань. Блять, за что, сука, Бог мне такое ебало дал? Вот за что, блять? За что? БДСМ маска. Я таким не пользуюсь. Что? Спасибо. Роспись ПЖ. Сделаю. Так, мне Слэк скинул 100 рублей какое-то видео. Зрители, хотим вас уведомить, что данная трансляция является записью. В данный момент автор канала находится в Турции на наворованные деньги. Да, конечно, блять, конечно. Наворовал и в Турции, иди нахуй. Спасибо большое, Твичстав. Что? Ой, извиняюсь, спасибо. Натурал Хайнс. Первый в жизни донат. Пап, не ругайся. Да я не ругаюсь. Мы же любим тебя. Спасибо. Хорошего стрима, солнце. Спасибо, Садэппл. Вы, кстати, зря говорите, что, ну, вы причем каждый раз, когда вот я сижу, что-то типа бэ-бэ-бэ, вы думаете, что я злой. Я не злой нихуя. Я же вообще, типа, ну, я же вообще не злой. Я могу сейчас сказать, что я вас всех очень... I love you. Но я не буду. Не, я могу, но вы не цените просто. Вы не цените мою заботу и мои к вам отношения. Вы не цените. Вы все думаете, что это все прикол. А это не прикол. Смотри. Браслет с Brawl Stars'ом. А чё я так долго выдержал? Он порвется, если я его надену. У меня слишком маленькая рука. Это наоборот, здоровая. Шо, девчонки? Бля, ладно, там нет нихуя. Ай, блядь, рука заболела. Итак. Мышь. Орёт. Мышь орёт. Чё орёт, непонятно. В смысле, я не ебал мышь, я ебал крысу. Это разные вещи. И то я ебал не настоящую крысу, а играл ебал плюшевую игрушку. Это разные вещи. Ку, да начал второй раз. Поздравь Сабрину Разимбаеву с ДР, чесночек, чесночек, ясночек. Сабрина Разимбаева, с днем рождения, тебя поздравляю, счастья, радости желаю. Итак, овца. Ну, судя по всему. Ну, или сова, блядь, я не знаю. Какая-то хуйня. Дальше. Это я уж показывал. Heinz Natural злаки, фруктовый салатик и злаки. Меня, кстати, очень бесит слово салатик, блядь. Я вообще не люблю, когда так говорят. Салатик. Фруктовые кусочки. Бля, нахуй мне это присылаете? Вы думаете, у меня проблема с иммунитетом? Хороший чел, вообще не помню тех, кто говорят, что ты токсичный, я и хейтер, ты лучший машарун. Спасибо, Утёк Витёк. Я вот согласен с тем, что я вообще не токсичный. Ну, серьезно. I love you. Спасибо, мама. I love you. Фруктовые кусочки, это яблоко малина. Вкусные. Дальше идем. Клава Кока. Перемолотая. Санни Лемон. Видишь? Клава Кока. Выиграй 1 000 000 рублей. Клава Кока за 1 000 000. Мне надо. Бля, у меня, кстати, знаете что? У меня в жизни еще ни разу не было, вот что прямо у меня на карте лежало 1 000 000 рублей. Это грустно, блядь. Ну как, это не грустно, конечно, но у меня ни разу не было такого. Я бы хотел 1 000 000 рублей. Привет, Мас. Кучат. Как дела, солнце? Передай привет Даше. Даша, привет. Дела нормально, пойдет. Скитлз. Блядь. Скитлз. Спасибо. Я сладкое не ем, но все равно спасибо. Блядь. Блядь, что со звуком? Что это за хуйня вообще, блядь? I love you. Спасибо, пчел. I love you too. Thanks. Thanks a lot. Итак, еще один Skittles. Зеленый. Зеленый, кстати, лучше. А, кстати, я хочу пожаловаться на производителей Skittles. Они долбоёбы. Я попишусь на твой. Скажи, бля, что Арина из Дага пошла нахуй. Нет, я так и не скажу, потому что меня потом на колени поставят. Я так не скажу. Спасибо большое за 305. Skittles раньше, который был зеленый, он был гораздо пиздаче, потому что он был с обсыпкой. А сейчас Skittles без обсыпки и хуйня. Раньше он был лучше. Когда он был с обсыпкой белой, он был гораздо пиздаче. Сейчас он говно ебаное, скучное. Итак. 2 чупа-чупса. Вот таких. Кстати, это очень вкусная хуйня. Вот это я съем. Вот это мне нравится. О, я вот эту хуйню 100 лет не видел, ебать. Большие чупа-чупсы. Я их 100 лет не видел.
Ебать, имба! Я в школе постоянно такие покупал, они у меня в рот не влазили. Почему сейчас? А почему сейчас влазят? Когда ждать, распить, блядь. Завтра. А почему сейчас влазят? Не, это большие. Просто раньше мне большие не влазили в рот. Сейчас я даже два возьму, могу взять. Сейчас. Блять, а чё у меня рот такой большой стал? Неважно вообще. Жвачка Арбитум. Ментос. Где музыка, блять? Алло. Итак, еще один чупа-чупс. Еще один чупа-чупс. Фрутоняня, фруктовая осьминожка. Бля, это вообще пиздос. Мне кажется, это хуйня какая-то. Ну, по ощущениям. Вроде нормис. Письмо. А, это не письмо. О, ебать. Любовь это, когда помнишь, пенис большой. Это в стиле Love Is сделано вкладыш. Бля, ну не похоже нихуя. Вообще же не похож. Нормально. Все. И тут письмо. Письмецо. О, только что скипнули донат с запреткой. Бля, я не понимаю, что вы рассчитываете, блядь? Чего просто, блядь, выкладывать донат, в котором написано очень много раз одно слово? Ну, вы сами знаете, какое. Ваше здоровье. Блядь, отдай! Ау. Блядь, так можно все пломбы проебать. Блядь. Пиздец. Что? Что, блядь? Дарауу, будешь играть в Чульт Автоламп? Нет, блядь. Нет. Дай сказать, блядь. Люша, привет. Поздравь, пожалуйста, Таисию Аверьянову с днем рождения. Под музыку прям, как все надо. Спасибо заранее и хорошего стрима меньше, чем три. Спасибо. Нахуй. Так. И последнее. Любой звук. От Шудиной Екатерины Александровны. Из города Новокузнецк. Кстати, Новокузнецк охуенный город. Ну, как бы не. Город сам по себе, честно, ну, не очень хуйня. Ну, в плане того, что пахнет гарью, вся хуя. Но люди там хорошие. Вот. Блядь, заебал уже звука чавкать. Не могу, блядь. Открываем письмецо. Смотрим, что в письме. Кстати, чата, вы будете по мне скучать? Когда я уеду в Турцию. Бля, такое ощущение, будто мой чат это вообще, в принципе, девушка-солдата, блядь. Мой чат вечно ждет. Бля, мне кажется, что у вас уже вообще нет такого чувства, как скучать. Потому что меня вообще дома не бывает. Я как бы, ну, я один раз приду домой пьяный, вот, ну, в зависимости от настроения, дам пизды или наоборот зацелую и уйду. То есть у меня типа... Я же вообще редко появляюсь на Твиче. Это как сегодня меня попросил 1Х скинуть статистику за... Ну, какую-то из недель. Я им скидываю статистику, а там одна интеграция. Точнее, а там один стрим за неделю. Бля, просто представьте реакцию, ну, типа того, кому я скидываю. Скиньте статистику за неделю. Да, пожалуйста, и там просто, блядь, нихуя нет. Вообще просто ничего, блядь. Пизданешься. Итак. Башка чешется. Шудина Екатерина Александровна. Окей. Здесь что-то есть. Начнем со вкладыша. Тут страница из манги. Из «Тетрадь смерти». Я хочу установить микрофоны и камеры наблюдения в домах заместителя директора Китамуры и глава департамента Ягами. А мы установим слежку так, что никто о ней не узнает. Если эта история всплывет, штаб разгонит ко всем чертям. Но подобранные... Я хорошо отлизала. Спасибо. Но подобные меры в Японии запрещены. 10%. Рюдзаки, каков процент, что среди этих людей находится Кира? 10%. Спасибо. Благодарствую. Итак... Екатерина, Катя, Катюха. Блять, все прилипает.
Итак. Привет, Илюшка Шлюшка. Я Родя. Чего, блядь, ты же Катя. Ой. Что, блядь? Ладно. Я Родя. Смотрю тебя с покраски волос. Блядь, вот. Получается, уже 6-й месяц пошел, я в ахуе. Я вообще, когда увидела тебя еще на кухне, я такая, блядь, что с фоном, иди нахуй, сынок. Блядь, а если бы я был вообще нищим, вы бы меня тоже не смотрели, блядь? То есть вам обязательно нужно, чтобы стример выглядел как богатый, богатенький Буратино? Вам обязательно нужно, чтобы стример был таким крутым и богатым, да? Чтобы он сидел, у него хайпер-экос-экос и всякая еще хуйня. Если я тебе ничего не треснет. А, да, варю, перехал трактор. Не, с удовольствием приму. Но опять же. Вы поняли? Что я говорил? А, после 9 сентября. ПЖ. Поздравляю с днем погребения деда. Кстати, вот без шуток тоже год прошел, как моего дедушку похоронили. Но поздравлять меня не надо. Илюха, большое ухо, ты меня заебал нафиг. Те, кто поздравляют, вы реально олени ебаные, животные. Итак, я не ебу, что говорить, я просто тебя люблю и считаю своим корешем. Лучшим причем корешем. Спасибо тебе, что ты такой классный и когда-то решил начать стримить, мазяка. Бля, вот прикиньте, а что было бы, если бы я... Вот, что было... Короче... Давайте вот по-честному, ладно, раз мы всегда любим вот такую тему разглагольствовать. Вот если бы я в вашей жизни бы как стример не появился, что бы это изменило? Ладно, два вопроса. Если бы я в вашей жизни не появился, что бы это изменило? И если бы я сейчас пропал из вашей жизни, что бы это изменило? Вот такой вопрос. Вот это, мы с Тохой это обсуждали, прикиньте, вот я бы просто внезапно бы исчез сейчас. Вот я обычно стримлю, да? О, смотри, смотрите в зеркало. Вот, я обычно стримлю, ну, типа, вот, ну, там, периодически что-то там пишу, вся хуйня, а потом, прикиньте, я такой, хуяк, и все, и меня вообще нигде нет, ни в ВК, ни в телеге, нигде. Интересно, меня бы кто-нибудь искал? Ну, то есть, такой, типа, что за хуйня? Или все такие, ну, бля, ладно. Это я вас просто подготавливаю к рофлу про умер. Ну, не в смысле, что, блядь, я к тому, что, ну, вы поняли. Заебал чапкать, у меня заболел зуб, чесночок, передай привет Лине, Игорю и Маше, привет. Ебать, там чел написал, что я ебать худой. Бля, мне так приятно, спасибо. Мне прям приятно, нихуя себе, блядь. Спасибо. Итак, спасибо тебе, да, угу. Пишу это и смотрю твой стрим 30 августа. Я занимаюсь косплеем, я так заебался вычесывать парик. Пожелай мне удачи, плиз, у солнца. Желаю тебе удачи с вычесыванием парика. Надеюсь, что за 2 недели ты смогла его вычесать. Короче, люблю тебя, дотер ебаный, безмамный. У меня сейчас очень хуевое состояние, надеюсь, мне станет лучше. Удачи тебе во всем. Сори за немного порванный лист, я рукожоп. Кстати, про состояние. У меня обыкновенная апатия вперемешку с дереализацией и деперсонализацией. Ты, можно сказать, меня спасаешь, потому что отвлекаешь от всего мира, котенок. У меня есть охуенная тема для размышления, которую мы обсуждали вчера. Что вы, блядь, что 30-е? Почему здесь 30-е? О чем вы говорите? 13 августа она меня смотрела последний раз. Я же не говорил 30-го. Вот. А ты отвлекаешь от всего мира, котенок. Еще раз люблю тебя. Все это уже точно конец письма. Надеюсь, ты разобрал, что я здесь накалякала. Хотела тебе страницу положить из манги, и вот тебе еще страница из моей манги. Положила. Спасибо большое. Я, короче, знаете, что хотел сказать? Мы вчера это обсуждали со Стинтом и Стохой. И я вчера на этой почве, не то чтобы загнался, но задумался, короче. Вот смотрите. У меня в Телеграме 120 тысяч подписчиков. Ну, допустим, да? И вы понимаете, что чисто статистически, из вот этих 120 тысяч подписчиков есть люди, которые совершили самоубийство, есть те, которые просто умерли, есть те, кто умер от болезни, есть те, кто умер насильственным путем, типа, есть те, кто там стал инвалидом за это время, ну, то есть, условно, пока я стримлю. Представьте, то есть, типа, я просто об этом задумался вчера, и я такой, ебать. Я прям, ну, что-то не знаю, меня прям... Ну, то есть, опять же, от этой информации, ну, мне ни горячо, ни холодно, но, типа, блядь, пиздец, стрёмно. Потому что, это, ну, это чисто статистически, то есть, типа, ну, по статистике. То есть, чисто статистически такие люди у меня есть, и это пиздец. То есть, там Тоха посчитал, что у меня есть, ну, типа, по крайней мере, 4 человека, которые насильственным путем, типа, ну, были убиты, по сути. Это пиздец. Это вообще ужас. Не знаю, зачем я эту тему поднял, просто хотел. Я хотел про это сказать. Не знаю зачем. Но это ебать страшно, что-то пиздос. Ёбнешься. Цените жизнь, ребят.